Вот сейчас наш поезд едет к ручью. На машине через этот ручей не переехать, потому что, ну, сейчас увидите сами. Тут гать сделана перед ручьем. И вот сейчас надо нам переправляться. Вот ручей вот такой вот. Да, мостик очень слабый, поэтому на машине его не переехать. Вот сейчас переправа через ручей. Приходится вручную это делать, потому что так очень сложно проехать, стоя на санях. Ну, на вторые сани мы приспособили седло, а точнее сиденье от УАЗика старое, потому что так удобнее гораздо. Вот уже практически переправились. И дальше можно ехать. Газ скоро кончится. Начнется лесная дорога, по которой мы едем сейчас за морожкой на болото. Дорога идет до болота. Ну а дальше мы пока поняли, где нужно сделать дорогу, но еще ее не делали. Ну вот. Чуня уезжает от нас. Мы назвали его Чуней. Чинук. Дали ему такое имя. Не сказать, что на нем комфортно ездить, но зато гораздо лучше и быстрее, чем пешком.